Саженцы эхиноцей пурпурной Black Truffle и Chinensis purpurea Blackberry Truffle вырастают эффектными многолетниками с ярко-розовыми цветами. Растения не требуют сложного ухода, за что любимы садоводами, предпочитает умеренно увлажненные почвы, хорошо развивается на солнечном местоположении, высаживается большими, плотными группами на комбинированных клумбах. Вырастает примерно до 75 см, радует яркими махровыми гвоздиковидными бутонами с июля по сентябрь. Цветки достаточно крупные, в диаметре до 10 см, яркого насыщенно-розового оттенка. Эхинация пурпурная Black Truffle – это травянистые высотой 120 см, диаметром 60 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка розовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-12 см. Летом листва темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.